Нижегородцы стали более ответственно относиться к подаче налоговых деклараций. На 1 марта жители региона представили более 250 тысяч деклараций. Это на 6% больше, чем год назад. Тем не менее, налоговая служба напоминает, что затягивание сроков декларирования чревато последствиями. Непредставление декларации в срок возможно наложение административного штрафа и штрафа в соответствии с налоговым кодексом в виде 5% за каждый месяц, несвоевременное представление декларации не более 30% и не менее 1000 рублей. Предоставить сведения о своих доходах следует до 30 апреля текущего года. Декларации сдаются по доходам, полученным от реализации недвижимого имущества, транспортных средств, находящихся в собственности не менее 3 лет. Это самое наиболее крупный категорированный платеж, который обязан представлять декларации. Кроме этого, нижегородцам следует отчитаться о средствах, полученных от сдачи квартир в аренду, от предпринимательской деятельности, а также доходов от выигрышей в лотерею и ценных подарков. Тем жителям региона, что намерены по декларации получить налоговые вычеты, можно не торопиться. Такие документы принимаются в любое время в течение всего года. Это имущество, вычеты, связанные с приобретением недвижимого имущества, вычеты, связанные с лечением, с обучением. На начало марта декларацию в налоговую службу подали чуть более 46 тысяч нижегородцев, что на 3% больше, чем в этот же период прошлого года.